Мариуполе танцевать умеют и любят. В этом убедились сочинцы, которых наш образцовый ансамбль бального танца «Радуга» впечатлил своим мастерством. Его воспитанники привезли в Севастополь золотой кубок победителей. 12-летний Сергей Бакланов и 11-летняя Виктория Коростелева выступали на международных соревнованиях в Сочи в категории «Юниора-1». Соперникам не уступили. С программой «Латино» заняли первое место. Ребята в паре уже 5 лет. Для них танцы – это часть жизни. Они привыкли поддерживать партнера на паркете, на тренировках и соревнованиях. И даже о своем успехе говорят, словно танцуют, подхватывая слова друг друга. Перед турниром, когда было очень тяжело, мы думали, что мы не станем первыми, но мы стали первыми. У нас были каждый день тренировки по 2 часа. У нас самое большое, у нас рекорд — это 3 тренировки по 2 часа в день. Мы ощущали то, что радость. Ну, это радость. Сразу такой настрой был. Сочи Open Championship – это 5-дневный танцевальный марафон, крупнейший турнир Юга России. Руководитель образцового ансамбля бального танца «Радуга» Татьяна Орлова гордится победой своих воспитанников. Говорит, Сережа и Вика очень трудолюбивые. Занимаются в основном составе ансамбля 3 раза в неделю и индивидуально с тренером. Поэтому и результат на соревнованиях показали блестящий. Это победа всего Севастополя, это победа Центра культуры и искусства, где мы занимаемся, победа нашего Игоря Анатольевича, директора, победа как руководителя моя и, естественно, победа хореографа Леницкого Антона Борисовича, победа родителей, потому что немалый вклад вложили родители. Ребята поехали за счет родителей, у нас нет спонсорства никакого, и победа, конечно, ребят, молодцы все. Накануне нового сезона в Севастополе проходят сборы. С ребятами из «Радуги» занимается заслуженный тренер России Дмитрий Титков. Могу выделить именно танцевальный спорт как очень комплексное воспитание достаточно сложным процессом. Это не просто танцы, движения под музыку, когда человек должен в ритм двигаться в одиночку. Он должен двигаться в паре. Это должна быть синхронность, это должно быть взаимодействие. После международных соревнований в Сочи воспитанникам «Радуги» присвоили новый класс танцевального мастерства. Но останавливаться на достигнутом рано. Чтобы достичь большего успеха в бальных танцах, придется провести много времени в спортивном зале, готовясь к следующему турниру. Вскоре Сереже и Вике предстоит борьба за призовые места на следующих соревнованиях и переход в категорию «Юниоры-2». Екатерина Коломиец, Виталий Козловский, «Севинформбюро».